Скоморохи, игры, забавы и песни. Все начиналось с народных гуляний. В старину они неизменно сопровождались катанием яиц с горок, которые от крашеной скорлупы становились красными. Отсюда и название. Некогда любимый на Руси праздник молодежи «Красная горка» и сегодня подарил горожанам улыбки и позитив. Торжество продолжилось в фойе театра. Мотивы любви и брака стали основными во второй части праздника. Как оказалось, не случайно. Это молодежный праздник. И в старину это было время свадеб, самое свадебное время. Играли свадьбы по всей Руси, и считалось, что те, кто женится, выйдет замуж, значит, именно в эту пору свадьба считается, вернее, семья считается самой прочной, самой, так сказать, да, вот такой долговечной, что ли, самой крепкой семья. Ярким завершением торжества стал благотворительный концерт. В нем приняли участие ведущие коллективы города. Ансамбль «Забава», театр кукол «Улигер», «Байкальские волны», «Раздолье», «Истоки», «Цирковая студия», «Академия культуры и искусств» дали возможность горожанам прикоснуться к истории древнего праздника. Желаю вам радоваться о воскресшем Христе. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Организаторы надеются, что праздновать Красную Горку в нашем городе вновь станет доброй традицией. Елена Петрова, Сергей Костенко, Илья Столбовский. Новости дня.